Специалисты предприятия «Гигиена Плюс» обрабатывают территорию анапских плавней от личинок комаров. Эти насекомые – переносчики опасных заболеваний – малярии, лихорадки, западного нила и дирофилариоза. Профилактические и истребительные мероприятия по борьбе с кровососущими насекомыми проводят на площади 434 гектара. С воздуха обрабатывают 426 гектаров. С вертолета распыляют биопрепарат «Бактицид», разрешенный для обработки рыбохозяйственных водоемов. На земле ручным способом обрабатывают 8 гектаров. На территориях с большим потоком людей, где по санитарным нормам авиационная обработка запрещена. Так вручную проводят обработку водоемов детского парка и старого русла речки Анапки, береговой части Витязевского лимана. Заказчик работ – управление ЖКХ. Подрядчик, выигравший открытые электронные торги – предприятие «Гигиена Плюс». Летом запланировано 8 наземных и 7 авиационных обработок. Отдых без насекомых для жителей и гостей курорта обеспечен.